всем. Сегодня попробуем сделать молоко из тыквенных семечек. Я замочила их на ночь, и вот что из этого получилось. Вода стала зеленой. Теперь мы их промоем и отправим в блендер. На 100 грамм семян нужно взять 0,5 литра воды. Теперь взбиваем 3-4 минуты. Наше молоко взбилось, теперь давайте его процедим. Вот такое зеленое молоко у нас получилось.